95-го бензина 52 рубля, 92-й 47, дизельное топливо 60, газ 21 рубль. Приветствую, друзья! Вчера приехал в Мариуполь к родителям. Ехал из Ростова, прошел КПП за 15 минут. И это был самый, скорее всего, быстрый рейс, потому что вся дорога отняла у меня всего 3,5 часа из Ростова до Мариуполя. В общем, по традиции иду к своему дому. Хочу посмотреть, какой прогресс. От моей мамы вам привет. Мама, привет. Привет. Кстати, вот та собачка, которую мои родители спасли. У нее погибла хозяйка. Об этой собаке я писал на Дзене в статье. Джани. 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 Красавица. Джани, Джани. Ай, красавица, морда, красавица. Здесь снесли пятиэтажку, на остальных делают крыши. Кстати, крыши были плоские. Их делают двускатными. В этих домах уже видно, что поменяли окна. Здесь раньше была воинская часть украинская, а сейчас цементный завод.
Итак, друзья, нашел более-менее тихое, спокойное место. К дому мне не удалось подойти слишком близко, так как было небезопасно, вы сами все видели. Но информацию, которая меня волновала, я получил от строителей. И они сказали, что восстановительные работы закончатся в мае месяце. Это хорошая новость. Значит, в этом году мы получим квартиру обратно. В общем, друзья, пока я буду гостить у родителей, я сделаю для вас хорошие видео. До скорой встречи. Пока.